Хей, йоу, всем привет, с вами Крипер2004. В сегодняшнем видео я расскажу вам максимально эпичную историю о том, как меня избили, ограбили и украли все мои документы, когда я возвращался домой из магазина. Причем это все произошло всего лишь неделю назад, и это не кликбейт, поэтому досмотри видос до конца и поставь лайк за 5 секунд. Ну а мы начинаем. Но перед тем, как мы продолжим, убедись, что ты подписан на канал и нажал на колокольчик, ну и заранее поставь лайк за старание. Под прошлым видосом мы собрали 25 тысяч лайков, так что давайте наберем сегодня 30 тысяч лайков, чтобы следующее видео вышло как можно скорее. Поставь лайк и подпишись на канал, и завтра ты найдешь на дороге 1000 рублей, не веришь? Ну так давай поспорим на лайк, ну и не забудь подписываться на мой канал. Ну что ж, берите печеньки, заваривайте чаек и погнали к ролику! Raid Shadow Legends – это интересная онлайн-игра для вашего смартфона. Тысячи различных режимов, героев и ивентов ждут вас уже сегодня абсолютно бесплатно, а система клановых битв никогда не даст вам заскучать. Прокачивай своего персонажа и получай крутые бонусы по ссылке в описании уже сейчас, а по промокоду Creeper2004 ты получишь бесплатного героя, 100 тысяч монет, 50 рубинов, 3 огненных меча смерти, 2 эссенции души темного дракона, 12 сундуков бесконечного отчаяния, 3 осколка северного голема, 1 дроп абсолютного улучшения, 200 токенов магического зачарования, 10 кристаллов моментального воскрешения, а также зелье ускорения, зелье лечения, зелье обучения, зелье увеличения, и все это абсолютно бесплатно. Качай игру прямо сейчас по ссылке в описании, вводи мой промокод и погружайся в опасный мир бесконечных сражений, гильдий и веселья. Итак, возвращаемся к видео. Напоминаю, что меня избили и ограбили, а все дело происходило в городе Челябинске. Именно там, ночью 11 сентября, я столкнулся с гопником, который отжал у меня все вещи, включая паспорт и телефон. Кстати, как раз в этот день я создал аккаунт Creeper2004 в ТикТоке. Переходи по ссылке в описании и подписывайся, тебя ждет множество крутых и веселых видеороликов, а первым 100 подписчикам ТикТока я распишусь на стенке, так что поторопись. На чем я там остановился? Ах, да, я шел поздно ночью домой из продуктового магазина, как вдруг замечаю, что навстречу мне идет какой-то огромный мужик под 2 метра ростом и в темной одежде. Кстати, по поводу одежды, на сайте Все Майки сейчас проходит осенняя акция со скидками до 50% на весь ассортимент, который, между прочим, очень большой, футболки, рюкзаки, маски, пеналы, в общем, чего здесь только нет. А если ты хочешь выделиться из толпы, то в удобном редакторе ты сможешь создать свой собственный уникальный дизайн на любой вкус. Никаких ограничений тут нет, можно делать что угодно, двигать, поворачивать, масштабировать, короче, вашей фантазии будет где разгуляться. Переходи по ссылке в описании и хватай промокод Creeper2004 на 10% скидку. Так вот, иду я, значит, ночью мимо этого странного мужика, как вдруг он хватает меня за плечо и говорит: и после этой фразы я просто выпал в осадок, я не знал, что ответить, и еще несколько секунд пребывал в шоке от услышанного. Ну, это был гопник старой школы, кстати, ставь лайк, если тоже ненавидишь школу. Это был гопник старой школы, который прекрасно знал, что делает, и он воспользовался моим замешательством, ударив меня в живот и заломав мне обе руки. После этого он начал шмонать по карманам, забрал оттуда кошелек, паспорт и мой iPhone. Кстати, по поводу iPhone. Сейчас в нашем инстаграме проводится чумовая акция с главным призом iPhone XS Max, а также множеством других ценных подарков. Например, PlayStation 4, iPad, умная беспроводная колонка JBL и не только. Заходи в инстаграм и участвуй, ссылка в описании. Ну а перед тем, как ты узнаешь, что случилось после того, как он украл у меня все вещи и чем все закончилось, убедись, что ты поставил лайк и подписался на канал. Ну а я продолжаю. Хотя ролик и так уже достаточно длинный получился. Нет, давайте лучше соберем 50 тысяч лайков, и я сниму вторую часть, в которой полностью уже расскажу финал этой эпичной истории. А на сегодня пока, пожалуй, хватит.